состоялся арест Михаила Шендакова, полковника Шендакова, в Красногорском подмосковном суде. Есть такой город Красногорск под Москвой. И не Красногорский район уже, а теперь это городской округ Красногорск. Специально губернатор Воробьев все районы превратил в городские округа, чтобы можно было строить дома любой этажности и покрывать все Подмосковье мортонградами, такими городами смерти. Ну и вот такой город Красногорск, он такой почти что столица Подмосковья, и суд там соответствующий, то есть полное беззаконие. Я хорошо знаю этот суд, бывал в нем многократно по гражданским делам, которые ко мне лично относились, к моим родным и близким, и по уголовным делам, связанным с 282 статьей. И я знаю, что в этом суде никогда не бывает правосудных решений. То есть просто никогда. Это просто воплощенное беззаконие. И желание только одно, чтобы это учреждение когда-то было закрыто, и все, кто к нему имел отношение, были бы люстрированы. Причем самым жесточайшим образом. Вот тех судей, с которыми я там встречался, ну, кроме ненависти, они не вызывают ничего. Вот они реально возбуждают ненависть и вражду. Я их ненавижу, я с ними враждую. Они во мне возбуждают эту ненависть. Я думаю, что любой, кто присутствовал на процессе Михаила Шендакова, тоже был возмущен, возбужден этим беззаконием, которая имеет источником, конечно, прокуратуру. Прокурор, жалко, что не называют фамилии этих негодяев. Прокурор потребовал сразу как-то вдруг вместо подписки о невыезде арест, то есть заключение в следственный изолятор. И судья, ничтоже сумнявшийся, утверждает именно это решение, хотя никаких оснований для него нет. Ну какие могут быть основания? Что это бандит, убийца, кому-то угрожает? Это полная чепуха. Конечно, Михаил Шендаков человек, который ведет себя не сдержанно, то есть не допускает разные резкие выражения, высказывания, но эти высказывания правдивы. И именно за это его ненавидят. Да, не стоит переступать некую грань нормативов русского языка. Но у нас, я думаю, что половина населения переступает эту грань, причем совершенно этого не стесняется. Если посмотреть, что творится в социальных сетях, то это сплошной поток сквернословия. Да, вот из-за этого пострадал и также заключенный в тюрьму дикий десантник Асхаб Алибеков, который, ну, тоже не стеснялся в выражениях, в конце концов. Его осудили, и он еще раз, когда его попытались унизить в местах заключения, еще раз высказался очень нелицеприятно и в самых, я бы сказал, отвратительных выражениях в адрес полицаев. Полицаи возбудили дело, и суд, естественно, признал Алибекова виновным и добавил ему еще срок. Вот, при том, что все эти полицаи не только разговаривают, но и думают вот так, как высказался Алибеков. Нам, русским людям, надо стараться от этой ненормативной лексики, выходящей за рубежи нормативов русского языка, отходить. Надо стараться говорить по-русски, русским литературным языком. Да, судьи тоже не говорят на русском языке. Они говорят на каком-то суржике, на каком-то новоязе. Как говорят и журналисты, и там, не знаю, премьер Мишустин, который тут послушать довелось мне, я повнимательнее посмотрел на этого человечка, потом расскажу об этом. Они говорят не на русском языке, нам надо говорить на русском. Однажды в Сергиевом Посаде, тоже Подмосковье, в суде, когда я сказал, что мы говорим на языке Пушкина, то мне судья, такая серая мышь, ответила, что мы не разговариваем на языке Пушкина. Я тогда ответил, что, может быть, вы не разговариваете на языке Пушкина, а мы именно на этом языке и разговариваем, и поэтому мы русские. А они не Русь поганая, давайте не будем использовать язык врага, будем использовать свой собственный русский язык. И будем стараться
меньше высказывать оскорбления каким-то конкретным персоналиям, а больше говорить о своих интересах и о преступлениях этих персоналей, которые нам ни в коем случае не друзья, мы не можем их считать властью, мы не можем считать этих судей законно назначенными, мы не можем считать их решения законными, потому что они всегда на стороне преступников, ну вот, например, на стороне прокурора преступника, на стороне Путина преступника и так далее. И когда я называю Путина преступником, я ведь не оскорбляю, а я констатирую факт. Когда я говорю, что Конституция Путина – это документ, который не имеет законной силы, он никем не принимался, и законной процедуры не прошел, и народ за него не голосовал, то это факт, это факт. И то, что там закреплены совершенно дикие нормы беззакония, и даже если какие-то нормы там можно было бы использовать в судах, то суды не позволяют этого делать, то есть Конституция направлена непосредственно против граждан, против всех граждан, она используется только в этом случае. А в случае, когда граждане пытаются использовать Конституцию в своих интересах, это им запрещено. Вот такой факт, мы в такой ситуации живем, и поэтому происходят вот такие аресты, вроде бы там были какие-то надежды, 282, декриминализовали, перевели в административное правонарушение, вот вам факт. Никакого перевода нет, потому что есть другие статьи, есть разнообразные интерпретации. Можно быстренько две административки впаять и тут же возбудить уголовное дело по 282. Есть 280-я статья. Вообще по любой статье вас могут осудить просто потому, что хочется, потому что есть политический мотив. И в данном случае Михаил Шандаков попал в заключение именно по политическим мотивам. Для меня он не является полным единомышленником, но я его почитаю как человека честного, откровенного и который стоит против этой оккупационной власти. Я никогда бы не сел бы, имея за спиной красный флаг с серпом и молотом, как это получается у некоторых. Но я смотрю на то, что человек конкретно говорит и что он делает. Вот это ошибка, безусловно, это идеологическая дезориентация. Но есть все-таки надежда, что честный человек, если он стоит на позициях неприятия этой оккупационной власти, он все-таки перейдет к русскому национальному мировоззрению и будет говорить по-русски, и будет использовать русскую национальную символику, а не символику большевиков, которые столь же враждебны были России русским, как враждебны Путин и путинисты. У нас вообще очень мало в наших новостях чего-либо позитивного. Ну, посмотрим, что у нас есть. Какое-то открытие сделал русский ученый. Какое-то, я не знаю, там какая-то стройка завершена, и что-то действительно позитивное произошло. Я не знаю, там книга вышла известного там русского писателя, и вот она обсуждается. Мы как будто перестали обсуждать, у нас нет общих тем. Если мы смотрим там ролик в Приморье, когда молодой человек очень корректно пытается противостоять коронабесам, вот этой своре чертей в масках, которые были раньше людьми, а теперь они требуют ему убираться из маршрутки, потому что он без маски. Почему нет массовой рассылки этого ролика? Почему мы против этих скотов в масках не выступаем? Мы, люди, против скотов в масках, реальных пособников этого режима. Они превратились в этих пособников, независимо от того, какие у них были взгляды. Напялили маски, ну ладно, если тебя требуют, тебе руки выламывают, на какое-то время ты можешь одеть маску, как отвернулись, тут же ее снова снял. Но в данном случае, ну сидишь ты в маске, ну позоришь себя перед своими предками, перед Богом и людьми, сиди. Но ты же еще, сволочь, начинаешь, гад такой, других обвинять в том, что они не одевают эти маски, не одевают эти намордники. Мало ли что там говорит какой-то урод, который сидит за рулем этого автобуса или этой маршрутки. Да наплевать, что он говорит. Почему же вы набрасываетесь на того, кто без маски? Только потому, что вы такие же скоты, как и он. Давайте мы не будем скотами. Мы все-таки люди, человеки, да, мы где-то можем проявлять слабость, но уж в этом-то не надо проявлять уж слабость, слабость такой агрессивной сволочи. Это уже даже не слабость, это вот действительно одержимость чертями. Нет у нас позитивных новостей. Где бы ни объявили выборы, русские никогда их не выигрывают, потому что выборы устроены не для русских. Ни один русский человек не назначен на какие-либо высокие посты.
Если он назначен на низкие посты, то от него требуют вести себя как не русского. Ну, кому-то, может быть, удается оставаться русским, так между струйками проскакивать. Но вся власть, она пропитана русофобией. И у нас поэтому нет для вас добрых новостей. Скончался Владимир Николаевич Осипов. Царствие небесное мужественному борцу против русофобии еще с советских времен. До конца, вот до последнего вздоха, он стоял на своих позициях русского православного человека. И мы должны почитать его как образец, и пусть это печальная новость, но для нас это повод еще раз вспомнить, что есть на русской земле достойные люди, с которых можно взять пример. Скончался священник и иеромонах Дмитрий Смирнов. Не настолько он близок был к русскому движению, но тем не менее, пока вот до последних лет он был очень своеобразным и честным пастырем. Потом у него что-то началось, его назначили тут в патриархии главным по вопросам семьи, и там пошло-поехало какие-то высказывания уже, видимо, обусловленные уже преклонным возрастом и болезнями. Обычно называют неадекватными такие высказывания, но на самом деле они нелепы и постыдны были, но тем не менее это все-таки был пастырь добрый, и который много добра сделал и много честного и правильного сказал, вопреки вот этой еретической шайке, захватившей Московскую патриархию. Поэтому, видимо, Дмитрий Смирнов и не снискал высоких постов и ушел к Господу зато честным и неопороченным. Зато у нас Никита Михалков получил звание Гертруды, Героя труда. Ну вот не было этого звания, отказались от него, и слава Богу, был бы. Ну какой герой труда? Какого труда? Какой там труд? Ну вот несчастная передача «Бесогон», где банальности одна за другой рассказываются, и двусмысленности такие, что вянут уши иногда. Фильмы создал, да все последние фильмы – это просто позорище. Это не киноискусство, это любование самим собой и своими бредовыми идеями. Вот это уже точно отойдет к чертям, не к Господу, хоть и клянется своим православием. Нет, прославленный этой властью Никита Михалков ни в коем случае не является участником русского движения, просто не является русским человеком. Он увешан как лицедей какими-то побрякушками под названием «Орден за заслуги перед Отечеством». Всех четырех степеней. Это где же такие заслуги у него? Заслуги в беспрерывном вранье, заслуги в том, что он поклонялся Ельцину, теперь поклоняется Путину, а теперь Ельцину зачем поклоняться? Он на том свете уже вот так можно менять свою точку зрения. Это позор и стыд получить от Путина вот этот нелепый орден, Герой труда, ну просто уже больше нечем награждать, нечем. Но такое вот сластолюбивое влечение к этим наградам, что ну, не может отказаться человек. И даже, ну я не знаю, были бы они приятели с Путиным, он сказал бы: Владимир Владимирович, да ну его к эти все эти побрякушки. Да вы что-нибудь толковое сделаем. Вот. Да нет там ничего толкового, там никаких идей нет, кроме любования собой в зеркале в роли русского барина. Только таких бар на Руси не было никогда. Вот таких наглых и бесстыдных. Бесстыдно прославляющих самого себя. Пусть это останется, пусть эти люди останутся вместе с путинским режимом, который будет и уже проклят всеми просто элементарно разумными людьми. Вот там он и останется. Но в нашей памяти будут Осипов, будет отец Дмитрий Смирнов. Мы должны и будем поддерживать политзаключенных и Михаила Шендакова. Здесь в ролике внизу я поставлю полученные мной номера счетов, по которым можно поддержать семью полковника Шендакова. Она нуждается, реально нуждается в помощи. Пусть это будет небольшая помощь от каждого, но пусть она складывается из маленьких ручейков, и это будет нашим актом солидарности с русскими политическими деятелями и против этой богопротивной антирусской русофобской власти.
Слава Руси, Господи спаси!